В данном видео вы сможете узнать дату выхода и краткое описание многим полюбившегося турецкого сериала «Черно-белая любовь». Аслы уходит из дома с разбитым сердцем после слов Ферхата. Сможет ли Аслы оставить свою любовь и начать новую жизнь? Аслы и Ферхат вновь встречаются на свадьбе Хюрии и Тильсиза, но кого там подстерегает неожиданная опасность? Шокирующее событие, произошедшее на свадьбе, предоставит в руки Егита козырь. Он может арестовать Намыка Эмирхана, в то время как Егит направляется прямо к своей цели. Ферхат тоже приближается к большой тайне. Будет ли успешным план Егита, когда Ферхат с Намыком встречаются лицом к лицу? После ухода Аслы у Вильдан появляется надежда в отношениях Ферхата. Однако будет легко встать между Аслы и Ферхатом, поэтому Вильдан будет вынуждена принять решение. Какое же решение она принимает? Джунейд считал, что сам разрушил планы Абидана и Гюльсюм, но неожиданный шаг Гюльсюм переворачивает все вверх дном. Гюльсюм приоткрывает для Абидана вход в дом, а Джунейд будет вынужден заплатить за один из своих поступков. Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Черно-белая любовь» на русском языке, который появится на ваших экранах уже 14 мая. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!